О том, что в ивановских школах больше не будут собирать деньги на охрану, представители мэрии и Думы заявили в декабре. Город взял расходы на себя. В бюджете предусмотрели около 100 миллионов рублей. Но у родителей остаются вопросы. Например, что будет делать школа, если выделенных денег не хватит, потому что некоторые охранные агентства подняли цены. Если будет недостаток этих средств, то будем рассматривать вопрос, возможно, об увеличении средств из бюджета, о том, чтобы заменить охранные агентства, использовать конкурентные процедуры, потому что в конце заключались договоры, в конце декабря уже фактически не было времени на проведение таких серьезных конкурентных процедур, заключались с единственным поставщиком договоры. В дальнейшем мы рекомендуем школам все-таки широко использовать конкурентные процедуры для того, чтобы шло снижение цен на услуги охранных агентств. Мэрия заверяет, небюджетные средства, которые школы зарабатывают предоставлением платных услуг, на оплату охраны тратить не будут. Добровольные пожертвования родителей тоже. Опять же, здесь должна была быть проведена такая широкая разъяснительная работа с родителями, что если договоры на добровольные пожертвования были заключены, и там была конкретно указана цель на охрану, то по согласию с жертвователем данная цель может быть изменена, допустим, на укрепление материально-технической базы учреждения. Во второй школе сотрудничать с частной охраной начали еще прошлой весной. Уже тогда деньги выделял город. До этого за порядком и безопасностью следил сотрудник из штата школы. С родителей учеников деньги здесь не собирали. Директор говорит, после перехода на договор с агентством проблем с финансированием не было. Средства моделируются в зависимости от того, повышается стоимость услуги или нет. То есть мы заключаем на какой-то определенный промежуток времени. Если цена растет, то и соответственно обращение наше к главе города, к начальнику управления, нас прислушивается к нам, к нашим, например, просьбам, да, и сумма у нас меняется, потому что сумма, которая была выделена в 2023 году, она была меньше, сейчас она выше. При этом их партнер цену с января не поднимал. Всего в городе 49 школ, 60 корпусов. Договоры заключены с 14 охранными агентствами. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».